Ну, я Машу забрала, мы в мини-тон зашли, куртки посмотрели. Ну, детская, она там в одну влезла, безрукавка ей понравилась, там с такие безрукавки красивые. Ага. Я говорю, Маша, она тебе узкая. Короче, цены там такие ужасные. Там взрослые куртки есть неплохие, прям такие привезли хорошенькие. Ну, 5 и 5. Короче, надо где-то взять, заказать, что ли, я не знаю, курточку хоть, потому что я не знаю, да. Так что вот, а там мужские прикольные, тоже наподобие таких, у меня длинное пальто, только такой облегченный вариант. ХБ, что ли, такое твердое, по 9. Да, ну красивые прям такие, прям вообще. Так что вот такие у нас сейчас цены. Ничего монетки не надо? Чё, конечно, про весну? Ну, в интернете есть побыстрее доставка, вот этот, который, если что-нибудь будет. Булочка из кренделя. А, вон она какая. Вкусная. Пахнет ужасно вкусно. Ням-ням-ням. Фу, какая пыль, дышать нечем. А это старый универмаг, который находится возле стадиона. Это, кстати, бывший ресторан «Солнечный».